Итак, сегодня вся страна отмечает День космонавтики. 60 лет назад, 12 апреля, в 9 часов 7 минут советский летчик-испытатель Юрий Гагарин отправился в космические дали первым. В этот момент в радиоэфире прозвучало его знаменитое «Поехали!» В честь юбилейной даты региональное отделение ДСАФ России совместно с общественной организацией «Союз десантников» организовало флешмоб. В Заволжском районе Ульяновска 40 учебных автомобилей выстроились в виде легендарного слова первого космонавта. Наша страна всегда была передовой, всегда была самой сильной в мире. Поэтому эта акция как раз предназначается для нашей молодежи, чтобы они знали, кто такой Гагарин, и когда он полетел, с какими словами, что он совершил. То есть именно вот для этого эта акция проводится. Отрадно заметить, что в этом слове ребята сегодня приехали, которые только вчера получили права. Кстати, подобные флешмобы в 9:07 по местному времени прошли сегодня по всей стране, от Владивостока до Калининграда.